Всем привет, друзья! С вами канал GamesPlay. Сегодня я буду выживать в Майнкрафте с модами. Сейчас я покажу вам, как установить мод. Для начала заходим в интернет, любой интернет. Так. Ну ладно, если этот интернет не работает, то тогда другой интернет. У меня их очень много. И что-то не получается. Да, вот что-то уже. Ничего. А, во-во. Запустился. Вот, например... Хотя нет, я в другом интернете буду показывать. Ладно, в этом. Прошу прощения за ожидание. Ну, например, там вы хотите установить какой-то мод. Сейчас я впишу, и вы вписываете то же самое. Ну, дальше вводим 1.16.5. И вот. Minecraft Insight. Например, вы хотите установить вот такой вот мод. Это работает с любым модом. Просто вот тут нажимаете скачать. Ссылку на сайт я также оставлю в описании. Ну, это, короче, слишком такой безопасный. Вот, заходим в этот интернет. Вот тут есть вот такая вот кнопка. Нажимаем на нее. И тут есть вот такие вот все мои моды, короче, которые я установил. Например, вот такой. Нажимаем «Показать в папке». Это работает с любым модом, который вы устанавливаете. Но у меня что-то не работает. Точнее, работает, но это не показывается ничего в папке. Вот, все, а вот тут... Нет. Короче... Ну, например, допустим, тут есть всякие моды. Вы смотрите, как делаете. Вы останавливаете, делаете так, чтобы это все осталось. Нажимаете на это, дальше mods, и вот перекидываете вот так вот, зажимая левую кнопку мыши. И вот тут уже все будет. Дальше, когда вы установили мод, заходим в Майнкрафт. Тут написано «Войти в игру». Кстати, это все нужно делать через Т-лаунчер. Теперь ждем. Все еще ждем. Кстати, это все буду показывать на версии 1.16.5. Ну, смотря на то, что версия 1.17 вышла, но там нету этого Forge. Кстати, нужно скачивать все моды через Forge. Ну, то есть это... Устанавливать... Ну, то есть...
делать так, чтобы моды работали. Они будут работать только через версию Forge. Пока что нету вот на версии 1.17 вот там версии Forge, Fabric. Вот уже запускается. Ну, нужно будет ждать. Вот, все. Сейчас я покажу, что дальше делать, когда вы устанавливаете когда вы уже установили Minecraft мод. Только нужно подождать, пока тут все запустится. Если у вас не запустится, то вы должны удалить этот мод. Если у вас все запустится, как у меня все получится, то тогда сейчас я покажу вам, что делать. Вы просто заходите в одиночную игру или в сетевую, и все, вы можете играть с этим модом. У вас этот мод уже установлен. Ну а сейчас я буду выживать. Что-то я включу, но не буду использовать креатив. Сложность нормальная. Вот это вот. Дальше. Настройка мира. Ну, хотя не, бонусный сундук не. Так. Сейчас я введу мир. Точнее, название мира. Ай, ладно. Просто введу выживалка. Выживалка один. Все. Если у вас вот такое же, вы нажимаете просто приступить. А потом, когда вы захотите опять запустить мир свой, то нажмите «Я знаю, что делаю». Вот мир запускается, никаких читов у меня нету, никаких склеек. Если что, это все от моего явления, просто я везунчик. Так, все, все загружается тут. Если будут лаги, то прошу прощения за лаги. А вот этого вот я не помню. Понял, чтобы это у меня было. А, так это мой это мод One Block, который я устанавливал. Вау, это крутая вещь. Можно просто взять и вот так вот добывать. Ну да ладно, я уж не чудак какой-то. Просто поставлю тут. Вот это вот выкину. Далее нужно добыть дерево. Добавим дерево. Потом я покажу, как это зачаровать свое оружие. То есть, чтобы на нем были всякие чары. Ну, или могу это сказать. Сначала нам нужно найти книгу. Потом сделать наковальню. Я потом покажу, как наковальня делается.
И потом уже, когда мы сделали наковальню, и у нас есть книга, мы берем то, что нужно зачаровать. Это в первый отдел. Во второй отдел мы ложим саму книгу. И еще тут что-то непонятное. Какой-то красный блок. Может, это свинюха? Нет. Я вот на карте вот сверху вижу, что тут что-то есть. Какие-то красные блоки, короче. Ну все, сейчас добуду свинку. Я понял, что это за красные боти. Это свинки. О, грибочек. Вот тут уже видно уголь. Сейчас я сделаю кирку и буду его добывать. Вот так вот я обычно делаю. Сразу и верстак, и палки. Вот так. Кстати, я уменьшу звуки, потому что это авторские права. Второй час по прохождению Майнкрафта с модами. Я не знаю, когда буду записывать. Но как она появится, вы сразу уже увидите на моем канале. Кто не понял, все моды будут в описании. И, блин, у меня уже кирка ломается. Вот это все из-за моего везения. Я вот это когда-то играл на телефоне. Так у меня точно так же угля было, сейчас вот 22. Но это... Там было даже еще больше, 26. Вот все, я поправил тут камеру. Так, нужно добыть камень. Кстати, пишите в комментариях. Хотите ли вы прохождение по One Block? Просто я вот там подумал. Скачал мод, да и все. Ну вот, у меня уже достаточно нормально угля. Целых 29. О, вот вода. Но у меня, к сожалению, нет ведра. Если бы у меня было ведро, то я бы там взял воду и пошел бы к лаве. О.
Короче, я сейчас буду добывать это цветы, чтобы потом сделать красители. И, кстати, тут есть уже это, меч. Сейчас я ее добуду, потом в печке там вот, и все. Ну, блин, у меня одна всего лишь. Кстати, по прохождению тут могут быть еще лаки-блоки. Это. О, все, я железо нашел. Вот и меч. Ай, блин, мне кто-то. А! Это скелет. Ой, блин, их тут много. Все, пора сваливать, пора сваливать. Походу, там бойня между пауками и скелетами. И за мной, блин, бежит по. О, вот. Это уже деревня жителей. И еще один твой, прошу извинения за лаги. Тут хлеб, картошка. Кстати, кровати нужно забрать. Рифма. Блин, у меня всего лишь 7 камня. Ну ладно, вот тут завозьму. Надеюсь, никто не заметит. Все, короче, это мой дом. Хотя нет, это не мой дом. Я потом буду строить свой дом. Вот моя печка. Все, я дам готовиться. Я пока что пойду посмотрю, что там у жителей. Ну, то есть, я думал, что у них там. Тут нет сундука. О, двойная дверь. О, повезло. Это железная лопата. Я, конечно, не нубик, но это нормально. Вау. Все, я, короче, это забираю. Так, но сначала мне нужно сделать железную кирку, чтобы потом добыть. Так, мой дом. Эй, здорово. Серьезно? Ты мне за один изумруд даешь каменную лопату? У меня железная лопата, блин, житель. Еще лег на мою кровать. Хотя нет, я сделаю медную. Я сделаю медную кирку. Сразу на целых три леда заполнилось. Сразу весь год пропал. Так, вот еще медный слиток. Вот еще один. Ой, блин, там же зомби, это гранатометчики. Я там установил мод. Вместе с этим модом там были зомби-гранатометчики. А сейчас уже, блин, началась ночь. Все, надеюсь, никто не заметит, что у них пропало вот это вот. Фух, все. Кузнеца я отношу к себе. Вот это вот убираю. И стол кузнеца ставлю.
Блин, куда ступеньку поставить? О! Ва. Круто получилось, но я не ничего ставить не могу. Кстати, мне нужна броня. Почему бы себе не скрафтить броню из дерева? Вот штаны мои. Кстати, чтобы быстро одеть, нажмите это правую кнопку мыши, когда у вас в руке броня. И вот носки из дерева. Так, все. У меня полный сет брони. Что? Так, и я советую самому себе тут там поплавить железо. О, табличка. Это что? Это органический компост. Ай, блин, прошу извинения за лаги. Так. Значит, я вам сейчас покажу, как работает... Как работает стол кузнеца. Например, берем деревянный меч. Вот, ставим его сюда. И железные слитки. И чуть не получается. Не знаю, не знаю. Я вот сам нубик, а сам не знаю, как это, как скрафтить стол, точнее, как, то есть, чем, зачем нужен стол кузнеца, я сам не знаю. А пока на этом все, пока.